мой город у моря. Здравствуйте, ребята. Быстрое такое неожиданное видео, никуда не буду выходить. Вот просидел я ровно сутки на западном затоне, ловил на червя в своей ямочке. Ловил я с 8 до 8, ну и сейчас еще целый час игровой включал ролик. Ладно, все, хватит ловить, чтобы не обманывать никого. Вот с 8 до 8 я половил. Конечно, с 8 часов начинается самый хороший клев, потому я с 8 и ловил. Все, бычков сразу выпустить этот вид. Там их было много, я их постоянно выкидывал. Что мы с вами сделаем? Мы сейчас посмотрим, сколько можно сделать раковой шейки за сутки на озере. Нам для этого понадобится рыборезка. Надеюсь, ее никто не стырил. Нет, вот она. Хорошо, что приобрели уже рыборезку, ребята. Все есть, все здорово. Ну все, нажимаем, давайте посмотрим, сколько чего у нас. Я специально не выкидывал окуня. Почему? Потому что там попадался такой, который может пойти на куски. И может пойти на живца. Ну, короче, ладно, не суть. Давайте посмотрим, сколько чего у нас получилось и сколько примерно денег. Итак, вы изготовили наживку. Кусочков рыбы 22. Икры. Икры? А, ну у меня там, да, была еще рыба. Я вот ролик до этого снимал, то, что там поймал сиванскую форель. Живцов 11. Раковых шеек 227. Лягушек 7. Давайте вот на раковую шейку. Это получается сколько? Миллион, да? Да, если по 5 продавать, потому что сейчас цена поднялась. Почему я решил снять это видео? Я обычно покупал раковую шейку за миллион и ехал на нее ловить. И примерно за сутки ее оправдывал, эту раковую шейку. 100 штук тратил, и получается одни сутки у меня были это. Я что-то подумал, думаю, а зачем я их покупаю, если я могу эти сутки сам приехать наловить. И вот у меня получилось, видите, и живца немножко. Ну, икра мне не нужна, понятно. Кусочков рыбы 22. Куски рыбы нужны, когда их много накапливается, хотя у меня сейчас их много, можно ездить на БЖ. Было бы время, ездил бы на БЖ. Из-за того, что я занимаюсь каналом, мне некогда кататься. Ну, те, кто не занимаются каналом, могут без проблем ездить, ловить все, что хотят. Ну вот, смотрите, 227 раковых шеек, это... Короче, вот всего, что мы здесь наловили, примерно будет 1,5 миллиона. Примерно. Ну, это прям совсем грубо, да. Полтора не будет... Или будет. Короче, посчитайте сами. Вот так вот, ребят. Все, на этом мы закончим ролик. На раковой шейке. Ой, тьфу ты. На озере, на западном затоне, на червячка. Вот в этой ямке. Вот еще раз ее покажу. Вот она, 0,77. То есть можно дальше кинуть, чтобы она вот так вот упала. 0,81. Это и есть самая середина ямки. Но у меня там почему-то идет хуже, чем на 0,77. У кого-то, может быть, и другая будет ямка идти нормально. Но у меня пошла именно эта. Вот тут всякой фигни. Вот даже сейчас еще продадим что-то. Ручевую форель сиванскую. Так, ну все, ребят. На этом буду с вами прощаться. Ставьте лайки. И не забывайте, что нужно заходить на плейлисты канала. В плейлистах у нас есть все. Где что, как ловится. Как делать отвары. Ну и так далее. Все интересное в плейлистах. Все, с вами был канал Русская Рыбалка 3. Пока-пока. Мой город моря. Далеко, но...